Привет, друзья мои! Мы находимся в гостях в ресторане у Губки Боба! Ребятки, смотрите, это ловкий кран, машина помогает найти удивительные наряды! Так, смотрим! Вау, мы сейчас, возможно, выберем какой-то крутой наряд для Губки Боба! Это что? Колпак? Ха-ха! Крутяк! Это можно найти, понятно. Смотрите, какой прикольный Губка Боб в этом колпаке! Шикарненько, красавчик! Ху-ху. Так, ребят, пора готовить кушать для наших клиентов. Кто ты, чудик? Так я... Смотрите, какой красивый ресторанчик. Да, ребят, если вы еще не поставили лайк, сделайте это прямо сейчас. Губка Боб скажет вам спасибо. Поехали! Так, играть, конечно. Так, мы будем сейчас оладки делать со шоколадом. Синее желе? Не могу решить, что вкуснее. Так, ребят, значит, будем делать и то, и то, и то. Так, смотрите, первые клиенты. Отличненько. Опа, с синим желе выдаем. Кофе выдаем. Чик-чик-чик. Так, кто хочет еще с синим желе? Пожалуйста. Пожалуйста. Ой, ё-моё, сейчас сгорят. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, давай-давай, сейчас пекутся у нас блины. Конечно-конечно. Так, ребят, я все успеваю или нет? По-моему, успеваю. Выдаю прям как этот самый. Чу-чу-чу-чу-чу. Так, синим желе годится. Синим желе. Ой, блин, сделал с красным. Кому? Тебе. И кто еще хочет? И ты хочешь? Ну, на. Блин, ребят, с розовым желе, видать, я буду есть его сам. Этот чудик не хочет с розовым. Ха-ха! Ну как, я быстро обслужил? Конечно, быстро. Очень быстро, ребятки. Кто-то быстрее меня. Ого. Ой, я на втором месте. Отличненько. Я же новичок. Так, ребят, а мы, если у нас такая жара пошла, зайдем сейчас к Токи-Боки. Да-да-да, ребят, это Тока Кичен. Ха-ха, привет, снеговичок. Ты хочешь кушать? Ребят, он хочет хавкать. Ой, ну давай, открывай. Так, сейчас посмотрим, что тебе сделать. Вот эту вот штучку сейчас я тебе приготовлю. Давай, отварю ее. Так, варись, варись. Я не знаю, что это, правда, ребят, но мне кажется, что надо добавить вот этой вот штучки, лимончика. Чили. Чили-чили. Оп. А ну-ка. Чу. Так. Где наш ножик? Нету ножика. Ну ладно, давай съешь так. Ну как? О, ха-ха, ребят. Ему понравилось, как я готовлю. Так, давайте я ему приготовлю вот этот вот большой стейк. Конечно же, на сковородочке. Я отлично сейчас сделаю тебе, дружок. Немножко специй. И возьму сольки. И перчик. Все, смотрите, какая прожарочка. И кетчупа, джик-джирик, горчички, джик-джирик. Ну и лимончика, на любителя, конечно. Давай еще поперчим, еще посолим. Ох, ну тока-бока. А ну стой, закроем эти штучки. Давай, сейчас будешь нямкать. Джик-джик-джик, опс. Ну, ну. Ой, сильно переперчил, ребят, он чихнул. Ха-ха-ха. Ну ладно, ты еще хочешь от меня деликатес, да? Так, ребят, а как насчет сладкой рыбы? А у меня сахара нет. Значит, о, грушу. Как насчет соленой груши? Нет, во фритюр. Ой, слушай, а ну достану. Постой, в печку. Я запеку, ребят, запеку, да. Опа, достаем. Очень классно. Так, ну чувак, постой. Так, 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 что тебе вкапнуть туда? А ну, вот эту штучку. Чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Сейчас я ему перца столько чили напхаю. И соли. Ой, ребят, вы поставили лайки? Ой, сейчас кое-что будет. Давайте посмотрим, как он съест грушу мою. Че, попить хочешь? Ребят, короче, его не вдохновляет моя еда. Он готов просто жрать все подряд с холодильничка. Ого, он все съест. Ого, ребят, на него напал жор. Все продукты захавает этот снеговик. Смотрите. Вот это монстр. Вот это. О, холодильник уже полный обратно. Ему все равно, что есть. На креветку. Капец, капецный. Ну ты даешь. Ладно, ребят, мы сыграем теперь в другую игру. А сыграю я в котика Бубушку. Он хочет какать. Обратно. Давай, открывай унитаз. Быстро. Лети, грязнуля. Ах, ребят, фу, блин, аж сюда запахло. Быстро в ванну лезть. Смыть, смыть, смыть. Еще вон, на лобе грязь. А-а-а,
не нравится, не нравится, ребят, вы делаете. Ах, и вы делаете. Пошли кушать. Туф, туф, уборку, быстро уборку. Тыщ, 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 тыщ. У нас сегодня выпуск про еду. Кушаем, хлеб кушаем. Ой, постой, не хочу, блин, я хочу есть. Яичница. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, картошка с гамбургером. Ого, ножка. Руль. Кофе. Чтобы не заснуть. Яичко. Ап. Ого, ребят, ого, так он лопнет сейчас. А что ты ножку не хочешь? Все, ему хана сейчас будет, ребят, у него заболит живот. Ой. Так, чик-чик-чик-чик-чик. Все, смотри, тут намусорил. А-ха! Опча! Опча-ча! Оп-ча-ча! Оп. Короче, мы быстренько приберемся, рыбку оживим. И оп-оп-оп-оп. Отлично! Все, бубушка устал. Ой, а тут паутина. Постой, а тут мы ж не прибрались нигде. Ах ты, ёшкин ты, баба ёшкин. Выключаем свет. Поехали кататься. Йо-хо-хо! Остановите эту машину! Она сейчас врежется! Вау! Ого, ребят! Короче, у нас челлендж. Мы едем без тормозов. Ого! Котик Бубу, аккуратно, блин. Я аж боюсь за тебя. Ого, что творить? Смотрите, мы только на газ жмем. Он очень круто едет, ребят. Не-не-не-не-не, братан, братан, братан. Yes! Ну, немножко нажал на тормоз. Никакие препятствия нам не страшны. Скоро колеса уже отвалятся. Да, наигрался, да? Накатался, наигрался. Давай спать. Все, спи. А мы с ребятами лучше сыграем. Ой, знаю в кого еще. В домовенка Бубу. О, ребят, наш ежедневный бонус. Я вечно называю ее Бубу. Это же не Бубу, это Буба. Конечно, забрать награду. Смотрите, какой он грязный. Домовеныш, ты че? Пошли умываться. Ой, ты в туалет хочешь? Он, оказывается, хочет в туалет. А я хотел тебя помыть, потому что ты грязный, 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 грязный. Домовенок Бубу, ты очень грязный. Знаете что, ребят, мне на голову пришло в голову. Давно мы не устраивали батл. Батл кататома и... Так, давайте яблоко нам. Не, у нас бананы сегодня. Апч, апч. Еще бананы. О, нет. Теперь яблоки, не бананы. Хотели нас надурить. Вообще, четвертый уровень. Четвертый уровень моего Бубы. Красавчик, я тебя поздравляю. Ух ты, даже пироженка тебе дадим. Так, что? Все? Хорошо. Да, ребят. Ха-ха-ха. Это же Тэгбол-по. Четвертая часть красного шарика. Шарик-проказник. Опача. Что случилось, братан? Да на нас напали черные квадраты. Нас, короче, и забрали в рабство. И заставили пахать на заводе. Короче, из веселых колобочков мы стали злыми квадратиками. Не бывать этому, я красный шарик, и я спасу целую вселенную. Так, пойдем искать, где эти черные-черные квадраты, которые поработили моих братьев. Так, ребят, буду собирать все звездочки. Тык-тык-тык. Ну где живые квадратики? Ребят, я пока не вижу ни одного квадратика. Может, мне мой товарищ соврал? Хм, странно, странно, странно. Реклама, спасибо. Так, не видно. О, вот этот! А ну иди сюда! Тыщ, я отомщу за моих братьев. Ах ты жук, получил, да? Я всем вам покажу. Будете знать, как моих друзей обижать. Тыщ. Вот эта палочка может нам понадобиться. Может и нет. Опа! О, смотрите, еще один. На тебе! Тыщ. Ух ты! Опча! Опа! А. Ой, ты мне камень понадобишься. Ой. Мама мия, это злой камень какой-то. Давай, 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 yes. Ого, как тут высоко. Все равно я. А, ого, ребят, он дерется. Мама мия. Ну нет, я же так просто не сдамся, я же Red Ball, четвертый из рода суперсильных красных шариков. Тыщ-тыщ-тыщ. Эй, будь там. Ух, ребят, я думал, он ко мне сюда идет. Я аж немножечко пукнул. О, вернее, испугался. Ну, вы поняли, о чем я. А! Иди сюда. Ой, блин.
Видать, я точно пукнул. Опа, у меня есть достижение. И на тебе. Поняли, поняли, как я умею. Поняли, да. Так, ребят, здесь... А! Я не знаю, что здесь. Смотри, смотри, смотри. Блин. Ну и ладно, покатим вот это вот. Вы поняли, как можно? Обалдеть, ребят. Как я круто это сделал. Ого. Скорости не хватило. О, другое дело, ребят. Тебя я придавлю камнем, понял? Опа, лимузин приехал. Ладно, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Talking Tom Movie. Ха-ха-ха, пока-пока.